Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя Безумные мутанты. Так, значит, нам нужно сыграть в приключение. Опять же, 5 PvP боев. Тут у нас Ревард прыгает. Давай-ка мы его возьмем. Ну, тут мало, мало, ребята, нам дали мутагена. Очень мало. Но, тем не менее, я все-таки могу сделать попыточку и призвать какого-нибудь персонажика. Так, это у нас Эйприл. Замечательно. Хорошо. Так, давай-ка я кое-что гляну, что у нас тут по монеткам. По монеточкам у нас... Да быть такого не может. Быть такого не может, чтобы ничего мне не дали. Скраб. Я не буду брать его. Мутаген тоже не хочу брать. Мне нужен персонаж. Но, как ты видишь, его не дают за монеты. Только за наличку. Нет, ребят, такой расклад меня не устраивает. Хотя, подожди-ка. Крэнк, трехзвездочный. Как думаешь, рискнуть? У меня, кстати, он двухзвездочный, по-моему, да? Так, погоди-ка секунду, дай-ка я гляну. Какой звездности у меня Крэнк? Так, где он? Во-первых, надо его найти. Так, две звезды. Слушайте, ребята, наверное, мы сейчас с вами попробуем его получить. Ух ты, наградушку. Кстати, ребят, сегодня было у нас обновление какое-то. Я не знаю, может быть, что-то новенькое добавили. Может быть, что-то подкорректировали. Я не читал там, в подробности не вдавался. Так, что у нас тут? Ага. Синие кубки готовы и... Да ладно, новый кто-то. Ёпрсете, ребята. Ренет я получил сегодня. Вот это классно. Я не знаю, что это за персонаж. Слушай, ну она что-то... У нее, смотри, посох времени какой-то, что ли? Трехзвездочный, блин, вот это классно. Так, и я хотел все-таки вытянуть Крэнга. Где Крэнг, Крэнг, Крэнг? Давай, боксы, боксы мне. Ну-ка. Ха-ха! Ну вот, друзья мои, совсем другой разговор. Блин, мне нравится, как выглядит Крэнг. Такой деловой... Ой, тихо ты, меня напугал аж. Так, Кузи, тебе, кстати, там, парень, не тесно внутри-то, а? Должно же быть как бы просторненько. Ну ладно, самое главное, что мы получили. Круто. И у меня еще, ко всему прочему, 1000 монет. Это классно. Так, смотри-ка. Оу, мы с тобой накопили. Да ладно, Сплинтер получил 4-ю звезду. Ребята, это первый персонаж, который у меня имеет 4 звезды. Представляешь? Я, конечно, не хотел, чтобы это был Сплинтер, но... Что же я могу поделать? Подожди, вот сюда. Отказаться я никак от этого не могу. Верно? Верно. Забираем с тобой награды. Так, теперь здесь. И здесь. Все. А вот это вот что означает? Подожди-ка. Погоди-ка. Вот это вот. Первый ранг. Не знаю, что это означает. Ну что же. Блин, у меня столько персонажей новых. Мы с тобой, кстати, хотели прокачать. У меня Сплинтер всего лишь... Какого? 58 уровня. Конечно, надо прокачивать его, друзья. Раз он у нас 4 звезды имеет, надо выводить его в топчик. Так, скилл. Открыли. Так, следующий, это у нас... Не знаю, что это за скилл. Все, да? Ну что, 106 уровень мы ему прокачали. Экипировка по полной программе. Я думаю, что есть смысл, ребята, его брать. Брать в отряд. Он практически наравне с Рафаэлем. Вру, друзья мои. Почему я сказал, что это единственный персонаж? У меня 4-звездочный. У меня же Шреддер тоже 4-звездочный. Я просто это забыл, ребят. Ну... Я думаю, это простительно, да? Так, значит, здесь забираем награду. Здесь тоже забираем награду. И нам нужно... Так, подожди-ка, тут еще надо что-то забрать у нас. За 6-й уровень, да? Так, 25 монет. Все. Так, значит, мы с тобой должны сыграть 5 PvP боев. Поехали, начнем именно с них. Начнем именно с боев. Так, кто у нас там? Ага.
Слушай, а я вот смотри, я же все эти... Весь мутаген потратил... Потратил на Шреддера. А ведь мы могли бы с тобой прокачать нового персонажа, которого сегодня получили, Ренет. Надо будет в любом случае посмотреть, что она из себя представляет. Так, ну что, я тебе скажу, что неплохо мы начали. Очень неплохо. Мы их практически тут разносим в сухую. Как сказал Илья Игробум, да, он сказал, Рэй, не прокачивай Шреддера. Он как был поломойкой, так поломойкой и остался. Я не знаю, почему он так решил, хоть он играет побольше, чем я, но намного побольше и всяко разбирается, наверное, получше в персонажах. Но мне не на кого менять его, понимаешь? Не на кого. Илья, я бы с радостью поменял, но это, как сказать, это основа моей в данный момент команды. Если бы была бы замена, конечно, я бы ее с удовольствием бы сделал. А так это вот он и Сплинтер, получается, у меня два персонажа четырехзвездочных. Я вот, наверное, здесь уберу вот так вот и поставлю вот так. И посмотрим. Сплинтер, 4 звезды. Это должно быть неплохо, кстати. Он же у нас хиллер, насколько я помню. Да, вот он хиляет. Ну, не знаю. По-моему, Шреддер нормально отжигает. Пока я не вижу в нем ничего плохого. Может быть, в дальнейших этапах, где там будет уже какая-нибудь супер-пупер-имба, там он, может быть, будет себя вести плохо. Но на данный момент очень даже неплохо он себя ведет. По крайней мере, мне пока хватает. Хотелось бы, конечно, не глянуть, что из себя представляет Ренет. Но сейчас нет смысла ее брать, потому что, ну, первого уровня, куда я ее возьму? Естественно, никуда. Так, это у нас с тобой третий поединок. Давай мы, наверное, здесь сделаем небольшое ускорение. Так, ага. Тут все пока отлично. Блин, на ускорении ни черта непонятно, что там кто делает. Хотя тут и так все ясно. Мы с тобой забомбили там последнего вражину. И отличная у нас с тобой победа получилась. Так, остается еще два поединка. Еще два поединка сделаем. И пойдем уже на основную сюжетку. Но здесь у него отряд, конечно, вообще ни о чем. Он взял Рея. Тут у него магичка. Хотя, это... Подожди-ка. Правильно, правильно. Шреддер просто с удара вынес. Красавчик. Ирму сейчас тоже, по ходу дела, мы, да, ушатаем. Ну да. Так, и кто там остался? А, Рэй. Так, сейчас мы его тоже... Смотри, а он крепкий. Рэй этот очень крепкий. Но Шреддер все-таки все равно, ребята, нахлобучил его. Как бы тут не сопротивлялся. Так, еще, по-моему, да, последний бой? Да, последний поединок нам надо сделать и забираем с тобой награды. Потом нам нужно еще с тобой зайти в наше убежище. Там собрать мутаген. И, надеюсь, прокачаем какую-нибудь комнатку. А что это мой сплинтер? А что это? Подожди, подожди, подожди. С какого перепуга-то? Кто его там колбасит? Не пойму. Только не говори, что мы здесь проиграем. Что-то такое ощущение, что здесь мы сфейлимся. Хотя, нет, не должны. Все у нас хорошо. Кто-то погибнет, скорее всего, но выиграть мы выиграем эту битву. Молодец, Шреддер. Как он вражескому сплинтеру со спины сейчас врезал. Мне понравилось. Все-таки уничтожили мне сплинтера. Да-да-да, это был, по-моему, вражеский Рафаэль со своим супер-рывком. Ну да ничего. Главное, что мы с тобой прошли 5 боев. Мы теперь забираем с тобой награду. Нас опять ожидает награда здесь. Так, забираем. Норм. Так, здесь у нас накопилось мутагена достаточно. Так, получаем немножко мощи на бибопчика. А что, ну, у меня бибоп... Подожди-ка, он у меня что, двухзвездочный? Да нет. Как это бибоп у меня трех? Ёлки-палки, я уже думал, не может быть такого. Так, где у меня Ренет? Вот она.
Она же все-таки трехзвездочная. Что же ты себе представляешь, а, Ренет? Как бы мне узнать? Остановка времени. Хм. Скилл у нее. Остановка времени, да? Новый скилл. Что-то обнуление времени. Что она делает, а? Интересно, какой-то персонаж, если честно. Меня прямо заинтересовало, что же она может делать. Так, какой у нее там... Где она? Так, 74 уровень, да? Блин, у меня теперь, ребята, столько этих фаворитов. Нам еще и этого надо прокачивать. Я же хотел посмотреть, что еще из себя представляет Айсдаг. Хоть и разорвись. Тут еще Хром Дум. Блин, мне нравится вот этот, ребята. Блин, тащусь просто, как он выглядит, этот железноголовый. Блин, прикольно, просто прикольно. Так, а это, ну это у нас кто? Это у нас Зоракс, я вспомнил. Вот Трега мне как-то неохота, если честно. Темпеста, ну вот тоже, ребята, слабачок. Что Темпеста, что вот Скарк, мне кажется, это вообще ни о чем. Бойцы. И вот этот, кстати, тоже. Вот Фрости, я не знаю, что делает. Он какой-то, мне кажется, медленный, неповоротливый. Но он, скорее всего, танк. Да, у него даже, смотри, видишь, щит, это танк. Ладно, зайдем с тобой в канализуху. Да, надо забрать это все дело. Угу, забрали. А прокачать я ничего не могу, да, кроме доджа. Воркшоп. Ну давай воркшоп тогда с тобой улучшать. Забираем награду. Так, нам нужно сыграть один бой на шестом канале. Давай, пожалуй, мы это с тобой сделаем сейчас. Вперед. Так, я наблюдаю. Но пока вроде бы мы разносим их. Причем довольно успешно. Ох, как Шреддер накумаривает, а. Красавчик, прям кожеголовому сзади, из-под тяжка. Так, тихо, подожди, кто-то у нас там. Ага, Рафаэль. Рафаэль плохо себя чувствует. Красавчики. Так, Раф, давай. Уходи, уходи, уходи. Все, справимся. Запинали мы вражеского Рафаэля. Просто он тут что-то мельтешил, мельтешил. Мы его выловили. Все, здесь нам больше ничего не надо, кроме как забрать награды. Ну что, теперь самое время, ребята, для нашей сюжеточки. Значит, нас ожидает каменный солдат. Это же не трек? Нет, это не трек. Поехали. Так, состав команды. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, насколько у нас тут будет хороший сплинтер. Естественно, Чингис мне больше нравится, потому что, ребята, у него есть массовая атака, сам понимаешь, да? Он заходит за спину и начинает своим вот этой секирой наносить офигенные удары. Так, 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 подожди. Темпесту вот эту, пожалуйста, видишь, начинает она уже там чудить. Да вы что, серьезно, что ли? Вы не можете с Антраксом здесь вдвоем справиться, эй! Блин, там крысиный король начинает крыс своих вызывать. Да что такое? А! С крысами тоже надо драться отдельно? Вот это новости. Вот это новости, ребята. Я не думал, что так это все. Офигеть, он навызывал здесь. Слушай, наверное, он уже не такой слабак, как я его раньше считал, крысиного короля, раз он такое вот может вытворять уже. Спасибочки. Так, мы с тобой забираем награду. Вот она. Окей. Ну что, поехали. Нам еще два боя с тобой, и мы встретимся с боссом. Я думаю, босс обо всем пожалеет. Так, опять крысиный король и слэш. Не, ну с каменными солдатами они должны у меня справляться вообще на изи. Шреддер взял, бомбил здесь. Почему-то ни с того ни с сего взял и переключился. Почему он так сделал, не пойму.
Давайте короля валите, он со своими крысами сейчас достанет нас всех. Вот он. Вот он, видишь. А, он там то ли на флейте играет, то ли еще что-то, он призывает. Но это уже мальчик Нильсон. Прямо из этой, из датской сказки, да? Который мог вызывать дудочкой там крыс-то. Что-то типа оттуда взято. Ну давайте, давайте, слэша, валите, еще вот там. Правильно, Шредер, вот так ему, не понимает русских слов. Надо брать нахрапом. Отлично. Так, и нам дали еще бонус с тобой. Я вот все сижу и думаю, где бы мне протестить Ренет и Айздака. Где можно это все дело проверить, насколько они хороши, что они вообще из себя представляют. Так, крысиного короля валите, пожалуйста, а? Правильно, Рокстеди, давай ему трепку. Так, Шредер ушатал. Так, переключается, естественно, на крысиного короля. Тут, видишь, с флейтой он там начал что-то труля-лякать и... То есть, соответственно, крысы это как еще один персонаж на поле боя. Слушай, это слишком имбово получается. Посмотри, сколько он их там назвал. Ёлки-палки, меня сплинтера ушатали. Ну да. То есть, я так понимаю, все зависит от прокачки крысиного короля. Если он сильно прокачан, то, соответственно, и крысиная стая, которую он вызывает, тоже становится сильнее. Надо это взять на вооружение. Так, сколько там еще бомбиться? Ага. Босс нас ожидает, ребята. Босс нас ожидает. Сейчас мы здесь разберемся. Темпесту, пожалуйста, забомбите. Рокстеди. О, Шредер. Да не того ты, блин. Зачем ты ту консервную банку трогал? Без нее бы могли бы обойтись. Вот, темпесту, пожалуйста. Пока не начал свои вот эти вот. Да ёпперс это, ну вы издеваетесь, что ли, а? Вот, начались. Сейчас, по-моему, опять сплинтер у меня отдуплится. Да, сплинтера как будто и не бывало. Хотя он имеет 4 звезды. Ну, уровень, да, уровень у него какой там, 107-й. Если его до 150-го скачать, может быть, какой-то побольше будет эффект. Слыша, слыша, теперь кромсаем. Просто мать его не отстаю. Он что-то там пытается улизнуть, но мы всей толпой бегаем именно за ним. И да, мы победили. Замечательно. Ну что же, а теперь босс. Это у нас просто каменный солдат, это же не трек. А нет, это трек, ребята. Если это трек, это будет плохо. Почему? Он стакает броню. Вот именно этим он и отличается от вот обычных солдатиков. Тем, что он сейчас будет тут стакать на себя броню. И на своих солдатиков. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, да крысиного короля-то завалить, ё-моё, он сейчас своими крысами тут запарит нам. Так, минус солдат. А, тут еще. Ё-моё, и Заракс тут еще. Ну. Хорошо, Шредер ему там на спине прогулялся своими шипами. Так, Зоркса. Ну! Шредер там, конечно, вообще дает. Он что-то в кураже сегодня. Так бомбашит. Вон, видишь? Фига, он 3 отряда вызвал этих крыс. Трега, 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 трогаем. Есть. Ну и все. Доигрался, да? Свистунок. Сейчас мы ему пропишем по первое число. Вот так. Таким как-то образом. Друзья мои, отлично. Так, дай-ка я гляну, кто у нас там следующим идет по списку боссом. Так, у нас что-то здесь с тобой есть. Так, левел, да? Слушай, я, наверное, буду не сплинтеру сейчас в данный момент качать уровень. А все-таки... Ренет. Так, а это что у нас такое? Что-то защита от стана. Давай, давай, качайся, качайся. 98 уровень. Слушай, ну уже неплохо. 98 уровень, и она у нас вот здесь. 98. Но это все-таки, мне кажется, не... Не... Даже не то, что... Боец, это что-то связано с магией. Какой-то магический, наверное, скорее всего, боец.
Потому что у нее что-то все связано с временем. Остановка времени, замедлять время. Надо будет проверить потом. Так, что у нас тут за награда? Ага, забираем. Давай, 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 не скупись. Так, мы с тобой делаем еще призов. Все на бибопу что-то выпадает у нас. А это что у нас такое? А, ну это я понял. Это нам не нужно. Ну что, погнали. Блин, еще персонажа нужно прокачать до 160 уровня. Тоже, блин, задачка еще та. 160 уровень, мы с тобой подсчитывали, да, как-то там. Там нужно, по-моему, около 10 миллионов мутагена, чтобы прокачать. Так, смотри, ну здесь вот, вот здесь хорошо, мы с тобой взяли в разработку крысиного короля. Но зато темпеста тут, а, все, темпеста почему-то уже не стало. Там гранитор выпендривается. А Рокстеди у меня один на один с Слэшем, да, тут дерется. Шреддер подключился, правильно. Все. Так, кто там последний у нас? Ага, гранитор. Мы его тоже нахлобучили. А Сплинтер, как всегда, ребята, у меня погиб. Что ж ты будешь делать, а? Не доживает. Так, а здесь кто у нас? Слэш плюс Антракс. Ну давай. Так, консервная банка уничтожена. Маузера, Маузера, валите, пожалуйста. Так, Сплинтер там сделал отхил небольшой. Все, минус Атракс. И последний кто? Слэш. Ну, Слэш, ребята, почему? Потому что он все время прыгает. Он рывковый чувачок. Поэтому за ним как бы сложновато угнаться. Но Сплинтер мой постоянно почему-то получает звездюлей. Постоянно. Я не помню вот в последнее время поединки, чтобы он остался в живых. Постоянно его валят. Не знаю, с чем это связано. Какая-то антипатия к нему идет. Так, допустим. Смотри, крысиный король. Блин, как он меня раздражает почему-то. Вот именно тем, что он вызывает вот эти вот стаи крыс. Он раньше такого не делал. Если посмотреть начальные серии, да, он таким не занимался. Он не мог никого призывать, а теперь призывает. И это как бы усложняет битву с ним. Да и ко всему прочему, это получается как дополнительный отряд. Это круто. Ну, надо же, тут Сплинтер у меня выжил. Так, все. Заломали мы Сплинтера, Слэша. Поехали дальше. А кто у нас тут босс будет? Так, здесь кто? Слэш. Опять крысиный король. Почему-то отряды повторяются. Удивительно. Обычно все время разные. Опять он вызвал, а? Так, секундочку. Блин, ну я не знаю, ребят. Ну, мне кажется, что Шреддер, он достойный боец. Вот именно он, когда делает свой вот этот удар, очень круто. Почему Илюха сказал, что он фуфлыжник, не знаю. Мне пока нравится. Прыгает, бомбит, все как полагается. Может быть, дальше он будет ватником. Посмотрим. Рекомендация от Илюхи прокачивать Мондогека, чтобы тут ломал лица всем. Где босс у нас? Ага, опять трек. Это, я так понимаю, трек опять, да? Нет, это, ребята, обычный каменный солдат. Ну, каменный солдат — это фигня. Он ничего здесь абсолютно сделать не сможет против нас. Но вот почему-то Донателло уже наполучал столько звездюлей, что у него уже здоровье там на соплях висит. Где Сплинтер со своим хилом? Я не вижу. Так. О, смотри, сколько Шреддер отнимает с удара, ребят. По боссу. Не знаю, круто. Круто у нас все получается. И остается Слэш. Да, только он здесь выживает. И мы его сейчас быстренько нахлобучим. Не получилось. Вот так вот.
Прекрасно, еще и бонус, да? Давай смотреть. Ну что, 537 тысяч мутагена. Дай-ка я гляну, что у нас там будет за следующий очередной босс. Ага, гранитор собственной персоны. Так, значит, да? Я тебя понял. Так, Ренет, у нас с тобой есть? У нас с тобой есть. Так, прокачали. Какой? 108 уровень, да, Ренет? 108 уровень. Ну, Сплинтер берет только тем, что он 4-звездочный. Только этим. То есть, если смотреть... Ты посмотри, насколько она слаба. Если взять Кейси 108 уровня, да? И Ренет. Ну, тут тоже не забывай, что многое еще зависит от того, сколько мощей накидывается, да? Потому что на Кейси мы с тобой находили дубликаты, и они все сливались именно сюда. Так что это как бы не особо большой показатель. Но тем не менее. Но тем не менее. Ладно, погнали с тобой дальше. Мы сегодня с тобой, наверное, завалим гранитора, если получится, да. И на этом, наверное, будем заканчивать. Обязательно будем продолжать, но уже в следующей серии. И хотелось бы, конечно, я, наверное, все-таки сделаю пробный забег, знаешь, с кем? Именно с Айздаком и именно с Ренет. Плюс возьму Кренга 3-звездочного. Просто хочется посмотреть, что они вообще из себя представляют. Только вот где их тестить, не знаю, друзья. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы в этой игре были битвы кланов. Потому что клан у меня есть, а толку как бы от него по большому счету нету. Да, у нас есть люди, которые сидят, да. Но кроме как каких-то там достижений и показательных там, не знаю, боев или еще чем-нибудь, нету. То есть хотелось бы, чтобы от клана была какая-то польза в этой игре. Так, еще 537 тысяч мутагена. Поехали дальше. Я хочу гранитуру уши надрать, его каменные. Поехали. Так, Темпеста опять там выпендривается своими шарами. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сейчас, по-моему, Шреддер там допрыгается у меня. Они что-то все на него набежали. И Антракс, и Темпеста. Сплинтер, как всегда, ребята, отдуплился. Четырехзвездочный Сплинтер. Ну, ребята, опять же повторю, он 108 уровня. Если его прокачать хотя бы до 150, может быть, в этом случае он будет себя чувствовать лучше. Потому что в данный момент он сливается просто капитально. Кстати, и Шреддера тоже слили. Зашибись, командочка тут. Обалдеть. Ну, я думаю, что мы справимся все-таки, да? Да, остается один слэш, и мы его запинали. Хм, проблемка. Опять бонус нам дали. Так, еще 537 тысяч мутагена. Так, где этот гранитор? Наверное, после этого боя будет. Блин, тот слэш везде. И там скаканет, и здесь скаканет. Посмотри на него. Так, минус консервная банка. Давай-давай вот этого солдата уничтожим. Ай, красавчик Шреддер. Красавчик. Ё-моё, этот Темпест уже начинает свои эти вот магические шары выпускать. Так, крысиного короля сейчас, я думаю, замочим. Да. Ну, Сплинтер, молодец. Так, и остается опять слэш. Ну, да что же вы... Есть. Замечательно. Так, еще с крысами нужно тут разобраться. Ну что, превосходно. Ну давай, гранитор. Да ёпрста, когда же он будет-то? Мы вроде смотрели, там надо было, по-моему, 3 или 4 боя сделать. Мы уже сколько с тобой? 5 боев, по-моему, деремся. Слушай, ну слэш, ты посмотри, вот Шреддер его бомбит, он довольно сильный. То есть его так просто не пробить. Почему-то, когда я за него играл, да, он у меня был каким-то ватником. Может быть, его сейчас пофиксили, может быть, он стал сильнее, ребята. Потому что здесь, ну, как бы очень много доработок сделали. Во-первых, игра не лагает,
как я помню, раньше она подтормаживала, лагала, могла вылететь. В последнее время я этих ошибок вообще не вижу. Идет она идеально, прогружается очень быстро, все, как говорится, превосходно. Претензий вообще нету. Раньше очень много было и вылеты всякие. Сейчас играть комфорт, одним словом. Поэтому, скорее всего, и персонажи могли доработать. Так, ну что, вот и Гранитор со своей базукой. Так, что у него за армия? Гранитор плюс Слэш плюс Крысиный Король и два солдата. По-моему, один из них трек. Ну, посмотрим. Гранитор только опасен, когда достает свою базуку. А он уже ее достает и начинает бомбить. Блин, своими массовыми атаками. Воу-воу-воу, это все-таки, ребята, трек. Видишь? Стакает броню. Трек у нас находится вот он. Да, и вот фиг-то ты их тут уничтожишь. Знаешь почему? Потому что вначале нужно, ребят, пробить броня. Броня у нас отмечает, вот если полоска здоровья зелененькая, то серенькая полоска над здоровьем — это и есть показатель брони. Броня имеет свойство стакаться, копиться. Так, тихо-тихо-тихо. Мы с кем там деремся-то? Ага, слышь, а что, Крысиный Король еще где-то своих крыс вызывает, я смотрю. Вроде как нету его. Так, сейчас мы разберемся, надеюсь. Да, слышу, уничтожили, и остается лишь Гранитор. Ну, один он, конечно, тут ничего не сделает против нас, и мы его победили. Отлично, просто великолепно. Так, и, друзья мои, следующим будет опять у нас... Это, по-моему, все-таки обычный каменный солдат. У Трега желтая каска. Это его, как бы, отличительная черта. Так, у нас 1 200 000 мутагена. Айздак, а что же у тебя там, а? За эти. Что у тебя за скиллы? Так, это что такое? Я не могу понять. Яйцо-граната какая-то? Да, у него что-то тут, смотри-ка, все авиа, какой-то удар яичный. Хочу вкачать, ребята, просто хочу вкачать его. Так, тут какой-то полет. Прокачали мы у него. Так, а вот бомбардировка яичная. Так, опять граната. Давай-ка мы его экипируем. Вот так вот. Ну что, друзья мои, вот он, да? 104 уровень у него. 104. Урнет 108. Ну, он немножечко уступает. Но опять же повторю, эти персонажи не получали дополнительной мощи. Дополнительная мощь идет, когда тебе выпадают дубли и ты прокачиваешь. Вот мне бы еще бы хотелось бы Антракса трехзвездочного получить. А Дементор что-то мне не нравится, ребят. Я... Погоди-ка, а... А, я, наверное, попутал. Подожди-ка, а Дементор? Или нет? Я не помню, или Дементор, или Дрэк. Такой вообще ни о чем. Ватник, его просто пинать, пинать и пинать. Ладно, прокачаем с тобой хорошенечко уже Ренет и Айздака, а там, ребят, посмотрим, что они себе представляют в основном нашем составе. Возьмем их, да, на пробу и будем любоваться ихними действиями. Ну что, друзья мои, а на этом, пожалуй, я сегодня закончу эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!